We'll be right back.
Там і тіньочок просто. Ми ж до вас за інформаційним зверненням хочемо знати. Покажи, де нам їх знайти, або де знайти їх. Може ви їх знаєте. Ми поїхали. Ти, це вже не то. Ні, можеш просто бути увеличити. Не знаєте таке що? Та натиск з таких уже сотрудників. Ні, ну це скріншоти з камер просто те, ну, що. Да, інтересно, що зробили. Ну да, то таке. Да. Ну і такий ряхатенький прапор, я думаю, він знаменитий у вас тут должен бути. А де ваша база? Де ви базуєтесь? Шевченка 26. Це превентивна ця діяльність, якщо чесно, да, на даний момент вона, да? Да, бувши обласною головою. А, Шевченка 26, да? Ну это же вы сейчас только все, полиция, вы областники считаетесь, да? Типа? Смотрите, полиция, которая ездит по Харьку на прилыв сам, они находятся на Шевченко тоже, только это 326-й, по-моему, адрес. 315. Там, где бывшая, где городской был. А мы находимся на Шевченко 26, там, где бывшая областной ГАИ, которого скоро не будет. Ну понятно. Шевченко 26. И вот это кто ездит в округе, то есть, например, там, вот это была, как, зеленый Пассат. Пассат Б5, да? Пассат Б5, вот это вот эти дядьки на нем. Да честно, я долго не работаю, много, я не знаю. А может это? Здравствуйте. Не знаете вы дядьків там таких на Пассате Б5 зеленого кольору? Бардач, что бардатенький. За информация? Да поехали, потому что прапор, все же прапорщики. Ну, надо. На Киевской трассе? В сторону границы, за выезд Харькова. Вон это может быть в сторону. Так и даже в той стороне. Да. Так а к вам что не относится? Они что-то нанимают не те же или нет? Нет, тут кроме нас никто не работает. Они просто здесь. Не, он имеет в виду человек, но вы что относитесь полностью к Харьковской областной ГАИ, типа, или как у нас сейчас правильно? Да. Превентивный дело. Ну, так это же ваш. Да. Шевченко 26. Все. Да. Что-то все, я... Да не знаю, так что мы нас уже насняли скоро, да? Кто? Ну вы же насняли сюда. Когда ролик будет? Будет. Ти поняв, каже? Ми вас знаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам, наверное. Где сейчас? Что случилось у вас? Кто вы? Я не вижу, жарко. Слушай. Не, я вас не за это, пожалуйста. Нет, просто вы не представляетесь, не говорите. Капитан, капитан Данилович, чего именно? Гаишников. Гаишников? Да. Ну, превентивная служба. Стрелец вам нужен? Ну, наверное, стрелец. Сейчас или командир, стрелец. Может, там рот. Стрелец это то, что с этого, с Киева, с Кобры? Нет, нет, это вам здесь. Иване. У вас какой-то вопрос случился? Хотите написать заявление? Вопрос? Нет, заявление не рекомендую. Нужно доказать, спросить, что так. Фамилии, так сказать, узнать. Да, фамилию узнать. Единственное, что просьба. Дежурная часть. Дежурная часть. Там не снимать. Ну, единственное. Режим. То есть, если кто-то зайдет, сейчас свяжется. Один кто-то здесь побудет. Да ну чего? Вы мы здесь подождем. Да. Это что, вы вызывали? Ну, вы не что вызывали, да, там, скажите. Не, вы говорите вызывать. Ну сюда выходной день. Я сейчас полюблю, я сейчас наберу. Вы откуда это? Покажи, с Киева. Ваш? Еще раз. Такой толстенький, я думаю, его. Прапоры все. Постарше. Так похож. А что, начудили? Да ну что, ну стояли, работали. Гринченко. Гринченко, Касьмин. Ой, сейчас, секундочку. А полностью Гринченко. Василий.
Касмин Станислав и Касмин... Касмина второго. Это твой брат, да, Миша? Или однофамильца? Там однофамильца. Касмин Сергей. Гринченко. И Гринченко, да. Хорошо, спасибо. Все, спасибо большое. Главное, что вы их обознали, что они...